любимые. Присоединяйтесь, потому что сейчас мы будем выбирать победителя в нашем конкурсе на самую интересную и самую воодушевляющую историю о приезде в Турцию. Важно, чтобы человек соблюдал все правила. Наши правила были очень простые. Указать еще, еще друзей. Троих, да? А, двоих друзей, извините, я уже совсем запуталась, потому что мы сейчас сами были на объекте. Вот, кстати, Дианочка. Знакомьтесь, кто еще ее не знает. Держи, давай, держи. Вот так я тебя сейчас сниму красиво, чтобы ты была у меня. Ой, сейчас. Как перевернуть камеру? В общем, немножко я запуталась. Вот Дианочка. Да. С ней вы тоже часто общаетесь, когда пишете нам в директ по покупке недвижимости, по аренде недвижимости. Периодически иногда я вам отвечаю, иногда Диана, иногда Руслан, иногда Сергей. Вот, смотрите, с каким видом мы сидим. Пока я жду присоединиться большее количество людей, и потом мы будем проводить розыгрыш. Да, мы, кстати, с Дашей обещали еще в воскресенье подвести итоги, но на самом деле вот столько было историй интересных. Читали, читали, выбирали, и в итоге вот выбрали одну историю. Прям начнется. Да, конечно. Давай. Итак, смотрите, действительно очень много историй. Мы выбирали, исходя из того, что, вы знаете, в конце были какие-то мурашки похожие. В принципе, история без каких-то таких феерических приключений, но она очень и очень воодушевляющая. Нам вот она, мы с Дианой сейчас сидели, все перечитали, и вот именно она нас впечатлила как-то, наверное, вот больше всего, да, Диан? Да. Это действительно девушка живет в Турции. Прочитать ее, да? Я думаю, да, всем это будет интересно. Так, вы готовы? Победитель получает 1000 лир, которому этому победителю я лично вручу, если он будет в Алании. Даша, а когда еще будут розыгрыши? Так хотелось, чтобы что-то выиграть. А я не знаю, кто это пишет. Может быть, эта девушка и пишет, которая сейчас выиграет. Нет. Розыгрыши будут периодически, на самом деле. Мы всегда, знаете, хотим вас чем-то порадовать. Возможно, в дальнейшем будут розыгрыши о том, как переехать, ну, то есть отдых в Турции или еще что-то. Мы всегда думаем, вы нам тоже подкидываете идеи, почаще в комментариях пишите. Мы видим ваш отклик, мы читаем все комментарии. Страничку у нас меньше месяца этой страницы, но мы очень стараемся действительно показать вам все нашими глазами. Итак, давайте все-таки сейчас перейдем к победителю. Сначала я прочитаю историю, расскажу, чем она зацепила, а потом покажу вам победителя. Вот скажи мне, вот скажи мне 5 лет назад, что я буду жить в Турции. Я бы покрутила у виска. Но, как говорится, не зарекайся. Любовь с Аланией у меня случилась не с первого взгляда. Но в следующий мой отпуск все дороги вели сюда. Садясь в такси в аэропорт, я ехала с мантрой о том, что хочу изменить свою жизнь. И эта поездка позволит мне найти свой путь. Боже мой, знала бы я, как моя жизнь перевернется. По итогу я уже 4-й год живу в самом райском месте на земле. Это здесь. Эту формулировку я слышала уже несколько раз от приехавших сюда людей. Я поверила в себя, познакомилась с такими же замечательными людьми, встретила свою любовь. Мой супруг тоже иностранец. Алания влюбила нас в себя, друг в друга. И друг друга. Извините за ошибки, у меня прям мурашки похожи. Я не знаю почему, может быть, ну, потому что как-то вот она такая живая история. А также подарил нам самого замечательного малыша на свете. Поэтому всегда давайте второй шанс и мечтайте, друзья. А вот кому я желаю осуществить мечту. Девушка отметила двоих своих друзей. То есть она выполнила все условия. Вот наш победитель. Так, сейчас я поближе покажу. Девушка Киссаоса. Пока мы не садимся. Это отдельно приятно, потому что друзья ее тоже ответили и написали, что тоже мечтают приехать в Аланию, ну а мы все ждем. Поэтому мы с вами сегодня свяжемся, наша дорогая победительница. Я вам, если вы здесь живете в Алании, лично вручу 1000 лир. И надеюсь, вашей семье это будет приятно. Спасибо вам большое всем за участие, мы вас всех очень любим. Конкурсов еще будет много-много. Мы стараемся для вас, показываем вам недвижимость, показываем вам красоты Алании, показываем, стараемся вам все. Вот, знакомим вас с хорошими людьми. Вот мы сами здесь познакомились с ребятами. Давайте вам Дианочку сейчас покажу, с их семьей замечательно.
удивительно, просто потрясающе. Все, еще раз поздравляем победительницу. Не будем затягивать. Но вы тоже нам пишите почаще. Пишите, что вам снимать, почаще ли выходить в прямые эфиры. Ну, кстати, вы сейчас можете тоже задать какие-то вопросы, мы вам с удовольствием ответим. Привет с Мариуполя. Мариуполь, привет. Как у вас там дела? У нас жара. У нас жара или в Мариуполе жара? Мариуполь жара или у нас жара? Не, у нас жара, в Мариуполе не знаю. Ну, в общем, еще раз поздравляем из Мурманска. Привет. Вам тоже, кстати. Вот у вас там прохладно, пора к нам. Пора греть кости. Интересно, победительница здесь с нами или нет? Да, кстати, победительница, если вы здесь, откликнитесь, представьтесь, потому что у вас ник, по нику непонятно, как вас зовут. И профиль еще закрыт. Да, и профиль у вас, к сожалению, закрыт. Вот. А вы не знаете, кому достался чемодан косметики или еще не разыгрывали? У нас не было розыгрыша на этой странице чемодана косметики. У нас был розыгрыш 1000 лир. 1000 лир – это примерно 10 тысяч. Да, 10 тысяч. 10 тысяч рублей. Плюс-минус. Ну, плюс с чем-то. Очень жарко, на самом деле. Я же вся пыталась накраситься, но тщетно. Насыщенный день мы еще обязательно позже выложим. Да, насыщенный день, потому что мы сегодня выложим еще пост в офигительном жилье в Алании. Непосредственно рядом с самым знаменитым пляжем Клеопатры. Это новый комплекс, он просто шикарный. Мы с Дианчиком просто в него влюбились. Там система «Умный дом». Там нереально красиво все, компактно, ну, потому что это центр города, просто таких здесь построек очень мало, ну, по крайней мере, это единственное, с которым мы сейчас знакомы из нового, потому что проект уникальный тем, что он находится в уникальном месте, там запрещено сносить старые дома, и, то есть там был просто маленький участок земли, построили офигительный комплекс. Ну да, на самом деле, историческая часть города, когда там земли меньше намного, вот они как-то умудрились все это выкупить и такой построить комплекс. В общем, всем спасибо большое. Спасибо большое всем, кто смотрел наш прямой эфир. Очень вам благодарна. Еще раз поздравляем победительницу. Мы с вами свяжемся сами. Главное, ответьте нам, чтобы мы знали, как вам передать ваш выигрыш. Любим, целуем, обнимаем и очень стараемся для вас. Пока! Пока-пока! Еще напоследок вид вам покажу. Заманю вас напоследочек. Заманиваю вас. Смотрите, как красиво. Интересно, кто летит в Аланию? Да, кто, кстати, летит в Аланию? Если вы летите в Аланию или отдыхаете, здесь тоже можете обратиться к нам. Мы вам обязательно покажем недвижимость, что есть. А есть много что.